маленький, там еще и копатель Дишвич 1330. Данная машинка копает траншейки на глубину до 60 сантиметров. По паспорту, конечно, пишут 90, но 90 она копать не будет. 60 максимум. Значит, используют ее для прокладки траншейки, небольшие коммуникации, системы полива, кабеля. Ну, в общем, для такого, скажем так, домашнего хозяйства. В промышленных масштабах, конечно, эта техника не подходит. Поехали следующий. Траншеекопатель, кабелеукладчик, или правильно сказать наоборот, это кабелеукладчик, то есть вспомогательный траншеекопатель Дишвич 410SX. Значит, данная машинка шириной всего метр, оборудована вибрационным кабелеукладчиком, а также траншеекопателем. Также есть функция ротович, то есть с помощью специальных наборов штанг, с помощью этой функции можно делать небольшие проколы под дорогами. Значит, по заводским характеристикам машинка копает на глубину до 90 сантиметров, а также вибрационным кабелеукладчиком укладывает кабеля на глубину до 60 сантиметров. Абсолютно мобильная штуковина. Многие жалуются, что здесь нет сидения, чтобы на нем кататься, но оно здесь абсолютно не нужно, так как, скажем так, из-за очень маленькой ширины есть большая вероятность опрокидывания в работе тяжелых уклонов. А также, когда это все вибрирует, лучше, конечно, за ним походить на земле, чем ехать на нем. Ну, в общем, такая вот машиночка, идеальный помощник в строительстве больших коммуникаций. Едем дальше. Это у нас также траншеекопатель кабелеукладчик Дишвич 3700. Он уже выполнен в форме, скажем так, самоходной машины с местом для сидения оператора.
имеем шестипозиционный отвал для засыпки траншей навесной. Траншеекопатель, который копает до глубины 1,1 метра по книжке, можно удлинить насколько угодно. А также вибрационный кабелеукладчик, который укладывает кабеля на глубину 0,6 метра по заводским характеристикам. Значит, у нас поворачиваются задние колеса и передние колеса для, скажем так, удобства прокладывания кабелей, засыпания траншей и так далее. Ну что, поехали дальше. Машина горизонтально направлена в бурение Yichui GC520. Значит, машинка небольшая, машинка мобильная, машинка очень удобная. 1,5-метровые штанги, которые устанавливаются и подаются вручную. Большой строитель, скажем так, большой помощник в строительстве коммуникации. В данный момент мы имеем машину классом намного мощнее 520-ки. Это модель GT920L, индекс L обозначает удлиненные штанги. Без индекса L машина идет с короченными шлангами, индекс L 3-метровые штанги. То же самое управляемое бурение для строительства коммуникации методом бестраншейной прокладки труб. Поехали дальше.
момент мы имеем машину горизонтально направленного бурения. Опять же торговой марки Дишвич, модель 1720. Эта машина, скажем так, достаточно мощная. Из линейки вот этих трех самая мощная, которая является наличием у меня. Имеет трехметровые штанги, кассета из 40 штанг, то есть 120 метров одной кассетой она может делать проколы. В общем, поехали дальше. Ширококопатель из линейки производителя Дичвич РТ-95. Любимец в Украине. Их в Украине большинство. Значит, данная машинка опять же имеет 6-позиционный отвал для засыпки траншеи, а также планировки почвы. А также вибрационный кабелеукладчик, который укладывает кабеля на глубину до метра. Можно и 1,20 м, ну, в зависимости от условий, конечно. А также траншея-копатель, который может прокладывать траншеи глубиной. Чистая траншея 1,20 м. Данная машина привезена с Америки в хорошем состоянии. Готова к выполнению серьезных работ. Поехали дальше. Опять же, брат Дичвич РТ-95, же самый 6-позиционный отвал. Поворачиваются передние и задние колеса. Значит,
данные, если там у нас комбинированная установка кабелей укладчик траншей копатель, то это чистый траншейник, который может копать траншеи на глубину до 2 метров. Вот такая вот техника привезена с Америки. Лично импортирую с Америки подобную технику. Есть другие бренды, просто на данный момент, скажем так, скопились одни дичвичи. Техника очень хорошая, очень надежная, заслужила большой авторитет в мире. Отличный сервис в Украине, есть представительство, любые запчасти. Так что вот такая техника. В общем, всем спасибо и будьте здоровы, и живите богато.